Всем привет! Мы продолжаем серию обучающих видео по локациям Сурвариум. Сегодня мы расскажем про тактику боя на локации Химзавод. Химзавод – одна из двух самых больших и открытых карт в игре. На этой локации мы советуем брать в бой оружие для дальней и средней дистанции. Условно разделим карту на три участка. Погрузочная станция в центре, аномалия и вагоны. Погрузочная станция – самая важная часть локации. Удерживайте это здание, и ваша команда будет контролировать весь центр карты. Получит удобные выходы на оба фланга и сможет быстро перемещаться между ними. На каждой базе есть балконы. С них удобно прикрывать союзников при атаке базы врага. В режиме игры «Защитное устройство» наверху погрузочной станции вы можете найти две точки для зарядки батарей. Осторожно поднимайтесь по железной лестнице, так как ваши шаги могут услышать противники. Также помните, что на обоих флангах часто скрываются снайперы. У аномалии эффективными позициями для игроков с оптикой является разрушенное хранилище для гербицида и заросшая возвышенность. С другой стороны локации не спускайте глаз с окон второго этажа. Разглядеть засевшего в тени снайпера не так просто. В аномалии можно найти точку исследования в соответствующем режиме. Старайтесь захватывать это место быстро. Не забывайте об угрозе быть застреленным со второго этажа погрузочной станции. Стоянка вагонов. Снайперам следует занимать позицию на старой стройке с одной стороны, а также в окнах второго этажа здания напротив. Укрытиями для штурмовиков послужат железнодорожные вагоны. Здесь около вагонов расположена очень хитрая позиция. Грамотное использование снайперской винтовки на ней создаст много проблем команде противника. Хорошим способом нейтрализовать игрока будут дымовые и боевые гранаты. В этом месте также может находиться устройство зарядки, либо точка захвата. Захватывая точку, помните, что под вагонами достаточно пространства для прострела, а для противника, контролирующего центр локации, вы станете легкой добычей. Всем спасибо за просмотр! Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, а также пишите в комментариях, какую тактику предпочитаете вы на локации Химзавод.